Раз алкоголь продается спокойно, никакой информации об алкоголе такой объективной, честной мы не получаем в школе, да, в качестве образования и понимания того, как оно воздействует на организм, как оно выключает некоторые мозговые функции, и ты просто не контролируешь себя. Просто, ну, даже до того, как ты выпил, ты не отвечаешь за себя, потому что это такая вещь, если она, ну, как переключатель в мозгу, начал пить, все. Ты уже, если общество позволяет себе продавать алкоголь в свободной продаже и настраивать людей на некие праздники, то, что люди живут этими праздниками, потом выпивают, нажираются, пьяные убивают людей везде. Моральные убивают в семьях, физически, на дорогах, где угодно. Это алкоголь, он ведет к этому. Вот. Раз уж так повелось, надо смириться с тем, что люди будут гибнуть из-за тех, кто пьяный. Или менять систему образования, рассказывать с детства людям о том, что это такое, как оно воздействует на организм, что происходит с человеком, когда он пьяный. Это блокируется кислород в мозг, мозг начинает умирать, вот это состояние называется опьянение. Раз допускается такое в обществе, да, что алкоголь приветствуется, то будьте готовы к тому, что люди будут гибнуть. А наказывать за это лицемерно. Мы все потенциальные убийцы. Если у нас поощряется вот такой как бы праздничек с алкоголем, чтобы отдохнуть, чтобы нервы свои привести в порядок. А нервы у нас расшатаны, потому что мы живем с чувством долга всегда, с чувством невыполненного долга. Мы должны все время чего-то доказывать в этой жизни. Поэтому нужно расслабляться. А алкоголь меняет личность, создает вот такую форму эго внутреннюю, которую контролировать невозможно. Мы практически все потенциальные сумасшедшие. Потому что алкоголь – это самое сильное средство, изменяющее сознание. И раз оно является некой базой общества, алкоголь продается везде, все пьют, значит, надо смириться с тем, что некоторые люди будут опасны, настолько опасны, что из-за них будут гибнуть. Почему некоторые? Потому что для одних алкоголь бьет там, по языку, как вылетает речь. У другого по ногам он ходить не может. У третьего переключается что-то здесь, он становится другой личностью. На всех он действует по-разному. И предугадать, как на тебя подействует алкоголь, невозможно. И в процессе того, когда ты живешь, это воздействие меняется. Сначала у тебя проблемы с речью, потом с головой. Наказывать за это. Это болезнь. Болезнь, которая, как не знаю, как раздвоение личности, как психически ненормальная, просто ненормальная работа мозга. Невозможно за это осуждать людей. Это позиция общества. Это инструмент контроля сознания. Алкоголь. Он поддерживает вот этот баланс внутреннего, ну, как бы, разобщения. Ты алкоголем обрезаешь вообще все связи с этим миром. Это только кажется, что ты коммуникативен или, там, так сказать, вначале первая стопка, а потом все. Потом эго включается, начинаются, блядь, всякие кошмары. Вот. Поэтому, раз алкоголь продают, значит, надо смириться с тем, что люди будут гибнуть.